их игр с ножами. Так, никаких игр с ножами, слышите меня? Матвей, вот дома. Папа, здесь вся армия собак. Смотрите-ка. По-моему, уже заказывали этого осьминога, да, ведь? По-моему, да. Ты заказывал? Я его заказывал. Омары и лангусты. Вот. Омары, туда нельзя прыгать. Нет, нельзя, конечно. Видишь, омар ползет. Да, а вот этот... А это лангуст. Вот этот большой лангуст. Да. Смотри, они даже ползать умеют. Понятно? Да, их связали, чтобы они никого не поранили. Да, у них же клешни очень сильные, он схватит кого-нибудь за ногу и поранит, да? Да. Ну и классные. Смотри, они пускают кислород. Правильно. Который может дышать вот эти монстрики.